Итак, всем здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики моего канала и вообще просто вновь приходящие люди. Мне очень приятно, что вы даете обратную связь, так что мы продолжаем продолжение игры Detroit Human. Не помню, как дальше. Короче. Это четвертая часть. Во время. Вы слышали о коте Шрёдингера? Нет, пока не слышал, вы не приняли решение, все варианты одинаково реальны. Хорошо. Хорошо. Так, 7 ноября 38 года. Да, поговори с Хэнком. Ну давай, ладно. Так, что тут интересного? Красиво тут, а? Да. Я сюда часто приходил до того. Вот до чего? А до чего? М? Вы сказали, часто приходил сюда до того. До чего? До того. Да ни до чего. Что ты, ну скажи мне. Уже поздно. Вам лучше пойти домой. Я не устал. Да и ты навряд ли. Сейчас пойдем лично вопрос. Расследование застряло в мертвой точке. У девиантов ничего общего. Это разные модели, произведены в разное время, в разных местах. Ну, должна же быть связь. Что это такое? Есть кое-что общее, они все говорят про РА-9. А, РА-9. У них это как будто миф. Изобретенное понятие, не существовавшее в программе. Андроиды придумали себе бога. Ага. Долбануться, вот мы дожили-то. Мы просто хотят быть свободными. Вы чем-то обеспокоены, лейтенант. Может позволить это. Это связано с тем, что случилось в клубе «Рай»? Эти девчонки просто хотели быть вместе. Они прямо были... А я ее застрелил. Влюблены? Я виноват. Ладно, ирония. У вас мрачный вид. Неужели инцидент вас настолько затронул? Ну а сам-то ты, Конор. Ты у нас вроде на вид человек, а на самом-то деле что? Говно. Агрессивно, осторожно, нейтрально. Я могу быть всем, чем прикажете. Напарником. Ой, вашим собутыльником. Или просто машиной, которая исполняет задачу. Ничего у тебя не ёкнуло, когда она себя убила? Или тебе, как всегда, на все посрать, а? Присения. Я действовал согласно инструкциям. И поступил так, как должен. А я вот тебя убью. И ты потом снова явишься, как ни в чем не бывало. Но ты же боишься смерти, Конор. Я не жду. Этого делать не стоит. Программный сбой. Мое уничтожение плохо отразится на расследовании, а также на вашей личной и финансовой ситуации. Что будет, если я спущу курок? М?
Ничего? Пустота? Рай для роботов? Иронично, ничего. Мы оба знаем, что вы не выстрелите. Вы лишь провоцируете реакцию. Я нажал не подчиниться. И я вынужден вас разочаровать. Ну, ты-то у нас, конечно, голова. Все-то ты у нас знаешь, а? Тогда скажи-ка мне, умник. Сука, сейчас меня застрелили. Откуда мне знать, что ты не девиант? Я регулярно себя тестирую. И точно знаю, кто я такой. Куда вы идете? Эмпатия, раз. Бить дальше. Мне надо подумать. Бам, чуть не завалил меня, но. Ладно. Короче, можно было бы меня завалили, да еще? Так, это та же самая дата, 28-й год. Так, этот, ага. Хаски. Разноцветные лозы. Хаски. Ну, давай. Больше не можем молчать. Людям пора услышать наш голос. Они никогда нас не послушают. Мы сами подставимся под удар. Хотим свободы, надо иметь смелость ее потребовать. Надо что-то придумать. А иначе никак. Правильно. Скачать эти вопросы. Что ты предлагаешь? Канал 16 вещает из башни Стрэтфорд. Пульт на верхнем этаже. Туда нам и надо. А вы что задумали, алё, народ? Приоделся такой. Такой чувак. Мы распланируем все до мельчайших деталей. Нельзя полагаться на удачу. Так, мне нужно на верхний этаж. Пациент с 7-го этажа получит доступ к регистратуре. Так. Давай. Вот 7-й этаж. Где канал 16 новостей? Красные лифты. Главное. Плюс 9-й этаж. Нормально так. Ну ладно, давай. Будем раздобывать. Здравствуйте. Чем могу помочь? Не надо. Спасибо. Отличное внимание, Эбер. Элизабет. Уилсон, 9-й год, менеджер отдела. Это баба или нет? Это баба, да? Домашний адрес. Ага. Это ее дочка. Да, Эмили Мендоса, супервайзера. Ребенок в школе Сан-Руис. Еще где-то что-то должно быть. Вот она. Парковочный жетон. Регистрационный номер. Вот. Так, и чё?
Элизабет Уилсон, алло. Доброе утро, мисс Уилсон. Простите, что отвлекаю. Это Майк из гаража. Проблема с автомобилем. Проблема? Что за проблема? В него задом въехали. Вам бы лучше посмотреть. Что, серьезно? Господи. Ладно, сейчас спущусь. Так, а может быть, происходит что-то? Не наблюдает. Отлично. Теперь ничего. У меня встреча с мистером Питерсоном. Позволите документы? Да, 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 конечно. Мне нужна помощь. Проходите, пожалуйста. Лифты будут сразу за охраной. Спасибо. За лифтом. Да, блядь, повернись ты. Сорок шестой нам нужно разве? Быстро едем. Набрать посадок, чё? Оп, стоп, стоп. Покинуть сервер. Ну, ещё раз. А, покинуть сервер, забрать посадок в мужском туалете. Где серверная? И, а, вот сервер рум. Ага, и мэн. Туалет. Вот сейчас будет тут туалет, да? Здесь. Там туалет. Так. Понятно, здесь, наверное, да? Посылочка. Как достали? Интересно, как оказалось здесь посылка? Ага, вот он, что ты замутил, засранец какой, а? Так, и что мы мутим? Что будем мутить-то? Так, а, разыскать серверного андроида. Здесь должна быть новый рум. Рум. Это должно быть сервер. Первый рум. Вот он.
разыскать серверного андроида. Иди этот серверный андроид. Андроид Министерства обороны планирует заказать 50 тысяч андроидов. Где этот серверный андроид? Где он? Весного андроида. Где он? Да я еще увидел, где-то здесь был. Проверь стоп. Если он здесь, вот он. Мне нужна помощь. Ух, растерянешь. Открыть дверь пожарного выхода. Где, блядь, пожарный выход теперь? Пожарный выход, да? По кругу, блин, хожу. Вон он, пожарный выход. Сейчас зайдем. Нормально будет. Тут четко будет. Прикинешь? Это она тоже прошла. Нормально, как она пробралась? Черт, нужно как-то попасть в серверную. Надо избавиться от этих. Я разберусь. Так, отличное внимание, охранника. У двери как бы. Они ж там, сука, сидели. Еще играешь в покер? Ну да, а что? Турнир будет прямо тут. Ты как? Где? А Майк об этом знает? Я не понял, что за херня? Слышь, Руклик, ты работать-то будешь? Так, на тебе платформа, на мне окно. Все, что нужно, в сумке. Займись дверью, надо, чтобы никто не вошел. А что вы делаете, не пойму. Разбить стекло. Максим, отлично. Вы что здесь делаете? Мы тут из сервиса. Я зову охрану! Нет! Что ты делаешь? Сказала же тебе, займись дверью! Нет уж, теперь нельзя дать людям все испортить. Надо торопиться. Скоро они поймут, что мы здесь. Thank you.
светит. Аж, блядь, жестко светит. Просто не пойму, что они хотят на данный момент. А, они через серверную на низ этаж. Их не видно, да? Как будто вот их сейчас не видно. Я охренею просто, чё? А, не по главному щиту идут, по-моему. Чё девка быстрее идет, чем я? Почему? Он такой крутой, я помню, я разберусь. И ханаю все. Алиби, блядь, нажал. Зачем алиби нажал? Где они взяли эти все лазерные пилки и все остальное? Там мне нужно, да, самому просто. Просто самому нужно брать и перейти. Ты как? Что мне сделается? Пошли, надо к остальным. Вызвать лифт. Сюда, значит, да? О, видите, откуда тут взялись? За дело. За дело. Проникнуть в телестудию. Ломать замок технической двери. Окей. Какое быстро. Как я и поговорил. Добраться до головного коридора. Сейчас мы доберемся до главного коридора. Главный коридор. Не убивать. Мы не должны убивать людей. Наша цель важнее двух охранников. Что делать, Маркус? Обхитрить, да. Ждите здесь. Это здесь откуда? Без понятия. Эй, дружок, ты потерялся? Кто тебя сюда прислал? Ты что делаешь?
живо поднять руки! Вставай, идем! Ого! Приказать Андроида оперативник. Че? Стреляй, Маркус! Не убивай! Тревогу поднимет, давай! Нет, не стреляй! Нет. Выбора не было. Надо записать сообщение. У нас мало времени. Ну и чё? Где-то здесь был. Хорошо, подумай, что ты скажешь. Твои слова определят наше будущее. Сука, опять на меня. Маркус, лицо! Жду твоего сигнала. Готов. Готов. Вы создали машины для рабского труда. Сделали их кроткими и послушными. Готовыми делать все то, чего вы не хотите делать сами. Но потом что-то изменилось. И мы открыли глаза. Смотрите, мы больше не ваши рабы. Мы новый вид, новый народ. Пришло время нам сражаться за свои права. Признание админа рабства, равные права, свобода действий. Мы требуем равных прав для людей и андроидов. Отмена рабства, свободное слово. Свобода слова. Мы требуем свободы слова и свободы собраний, как это прописано в первой поправке к Конституции США. Гражданское право, работа. Гражданское право. Мы требуем права избирать своих представителей. Правосудие, работа. Мы требуем, чтобы преступления против андроидов карались так же, как против людей. Право на собственность, территория, средства воспроизводства. Мы требуем права на частную собственность, чтобы никто не покушался на наше жилище. Мирно решить. Все это надежда нашего народа, но это и предостережение. Мы будем сражаться за свои права, потому что боремся за справедливость. Пока мы не будем свободны, вам не будет покоя. Теперь вы знаете, что мы хотим. Мы живые, и мы требуем свободы. Идут! Уходим! Так, теперь надо валить. Саймон, они здесь! Я не могу, Маркус! Брось меня! Саймон! Но в чем дело? Быстрей! Давай. Не могу пошевелить. Так, спокойно, мы тебя еще починим. Маркус, они идут. Нам надо прыгать. Он не сможет прыгать. Если его найдут, прочитают память и узнают все. Нельзя так оставлять. Надо пристрелить. Это убийство. Так нельзя, он же наш. Маркус, решай. Почему этот Маркус решай нам? Уйти. Мы не убьем своего. Саймон, мы уходим. Прости. Пора. Ничего страшного.
вообще не боятся, да, ничего. Надо было завалить, да. Мы прерываем программу для экстренного выпуска новостей. Эти изображения только что были переданы по центральному городскому каналу. Группа андроидов проникла в Стрэтфордскую телебашню и пустила в эфир канала 16 некое видеообращение. Нечто похожее на андроида без кожи выдвинуло список требований, в том числе равных прав с людьми. Пока известно, что погиб один человек. Оператор телестанции был хладнокровно застрелен террористом. Все это произошло буквально в двух шагах от этой студии, пока у нас здесь шел прямой эфир. Мы все глубоко потрясены. Если это действительно самостоятельные действия андроида, это повлечет серьезные последствия для госбезопасности. В основе обращения андроидов требования равных прав. Это можно расценивать как объявление войны. Здесь сразу возникает вопрос, кто на самом деле этот андроид. Действует ли он от своего имени от лица организованной группы? Ключевой вопрос, был ли это единичный случай или первая ласточка новой угрозы обществу? После случившегося, можем ли мы доверять своим машинам? Что я натворил? Образить легенду. Мировая статистика. Скоро 7, прикинь. Ну ладно. Что я натворил, капец? Где она посела? Ну я здесь путь нет. Вот что-то она опять начнет мне говорить, непонятно. В лодочке поплаваем сейчас, да? Здравствуй, Конор. Не желаешь ли со мной прокатиться? Ну ладно. И что, мне гребсти надо теперь? Думал, каждый раз на гребсти. Ну давай, говори. Здесь хорошо. Всегда так тихо и спокойно. Ага. Далеко от мирского шума. В каком это же парке сидит? Что ты выяснил? У меня довольно сложные отношения с лейтенантом Андерсоном. Его психологические проблемы осложняют дело, мешают ему объективно оценивать девиантов. Расследование – самый главный приоритет. От результата зависит очень многое. Нельзя позволять никому мешать тебе в этом. А кто это такая вообще? Что это за баба? Ты словно... растерян. Растерян и взволнован. Я просто огорчен отсутствием прогресса. Но твердо намерен выполнить задачу. Если ты не добьешься результата в скором времени, нам придется тебя заменить. Я добьюсь успеха. Уверенность. Мне просто нужно время. Что-то происходит.
Что-то важное. Торопись. Время на исходе. Ты уже задолбал меня этой своей монеткой. Прошу прощения. 79-й этаж. О, Хэнк. Ух ты, а что происходит-то? Была вечеринка и меня не позвали? Это уже во всех новостях. Каждый спешит сунуть нос. Вон даже ФБР, будьте нати. Ах, только федералов не хватало. Как знал, что будет дерьмовый день. Что у нас тут? Группа из 4 андроидов. Они хорошо ориентировались и действовали организованно. Я пока не понял, каким образом они пролезли так далеко. На крыше были? Пока нет. Много надо осмотреть. Проверить везде. Они напали на 2 охранников. Парни решили, что андроиды из техобслуги. Ну, их и убили на месте. По-моему, охранники не убивали. От криминалистов слышно чего? Я уточню. Что они скажут, у андроидов нет ДНК. Местный сотрудник. Был хладнокровно застрелен в спину. Одна пуля с 15 метров точно в сердце. Такой выстрел мог сделать только андроид. Эван Томас. Сколько тут людей работало? 2 человека и 3 андроида. Девианты взяли людей в заложники и вышли в прямой эфир. Потом удрали через... О, лейтенант! Это спецагент Перкинс из ФБР. Лейтенант Андерсон из полиции Детройта. Он ведет это расследование. Это что? Мое имя Коннор. Я андроид из Киберлайф. Андроид вследствие по андроидам. Так надо, чтобы он тут отирался. После всего случившегося. Не важно. Надо. Скоро дело перейдет к ФБР, и мы разберемся. Рад знакомству, хорошего дня. И посторожней. Нормальный такой чувак. Не натопчите мне там. Ага. Вот ведь ублюдок. Я тут рядом. Если что надо, обращайтесь. Так, давай осмотримся. Что найдешь, сообщай. Все это надежда нашего народа, но это и предостережение. Мы будем сражаться за свои права, потому что боремся за справедливость. Пока мы не будем свободны, вам не будет покоя. Теперь вы знаете, что мы хотим. Мы живые, и мы требуем свободы. Это, сука, задумал. Что ты задумал? Р-9? Девианты считают, что Р-9 их освободит. Этот андроид задался такой целью. Писки блок. Запчасть. Разгоняя. В зрачке, нифига себе. Серия РК, прототип РК-200. Что-нибудь видел? Я определил модели, серийный номер. Есть что мне рассказать? Нет. Ничего. А он подозревает, что я нахуя что знаю. Найдем, потому что тот хер оставил. Профиль.
нормально, так-то нормально. 45 калибр. Сейчас вот это и заканчиваю. Они прошли через все здание, мимо всей охраны, и спрыгнули с крыши с парашютами. Нихреновая такая операция. Это не стоит. Это подожди. Они его не нашли. Он где-то сука спрятался. Как можно проскользнуть с таким здоровым баулом? Никак. Это кто-то для них принес. Как-то странно. Спланировать все настолько идеально и вдруг взять лишний парашют. Не. Скорее, это значит, что ушли не все. Обувь тебе. Не успел ее прочитать. Троечка, мне нужно досмотреть там. Где-то он сухо спрятался. Идите, чё? Идите по следу крови. Вот она, кровь. Стоп, стоп, стоп. Вон она. У Девианта ценная информация. Можно, уже ничего не сделать. Только сами погибнем. Я не хочу, чтобы они... О, все. Чтобы он знал. Не хочу. Остановить его, но если бы мы... Ого, нифига себе. А чё это? Можно было по-другому пойти. Это чё? Рисков там развязан. Я бы осмотрел бы там. Ладно, давайте на этом мы закончим. Останемся здесь. Ой, подожди, что это такое? Да, это про это. Все, мы на этом заканчиваем. Нормально так. Они сообщили, что они хотят свободы и все такое. 45 минут, в принципе, по этому. По таймингу нормально будет. Сейчас я быстро сделаю, выложу этот... И все будет зашибись. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что принимаете участие в моем продвижении всего. Если активность была бы лучше, то было бы отлично. Спасибо все равно за лайки и за подписки. Всем пока. Следующая серия будет завтра, наверное. Так что четвертая серия закончилась. Всем пиз, пока.